В деятельности структурного подразделения одного из инвестиционных проектов обнаружили признаки финансовой пирамиды. Антикор выяснил, что компания Эолус позиционировала себя как предприятие, работающее в сфере возобновляемых источников энергии. В течение 3 месяцев ее сотрудники привлекали вкладчиков, приглашая людей на презентации, где рассказывали об успешности и высокой рентабельности зеленого бизнеса. Доверчивым гражданам обещали пассивный ежедневный доход в размере 3% от суммы вклада. Сейчас по факту начато досудебное расследование, установлены лица, причастные к организации компании, и изъяты вещественные доказательства.